И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи с вами ваш доктор-работник, он же Альберт Вескер. И мы продолжаем. Sonic Generations. Так, в этот прошлый раз мы остановились с вами за синего идиота. Причем, как хорошо остановились. Нас и Shadow избили, и по городу пробежались. Так. Значит, слушайте, в этот раз у нас, получается, Endscape остается. И еще зона с нашим товарищем Ниндзяго. Так. Давайте тогда начнем, наверное... Снизу, от снизу сверху. Давайте так вот пойдем вот так потихонечку. Так, здесь у нас что? City Endscape. Миссия вторая, акт первая. Крим, рука помощи. Кольца тебе поможет дать только Крим. Доберитесь до цели вовремя. Подождите, то есть я зависим теперь от Крим? Ладно. Посмотрим, что тут за анимация будет. Я помогу тебе забрать колечки для Эми. Так. Давай. Я не успею. Вот. А, левый др... Вот как это др... Давай. Так, ясно. Я немножко вступил. Ладно, с управлением, но в принципе... Погнали, Ёж! Так, давай. Вот, неплохо. О, вот это я называю грамотный подход. А, черт. Мне кольца же не осталось. Ладно, давайте сейчас почитаем, что он, во-первых, он пишет. Если попрет, хорошо, не страшно. Так. 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 Давай, Ёж. Там можно было сверху как-то вот пройти, я так понимаю. Так. Ну, то, кстати, по другой дорожке едем. Но я, наверное, этот уровень перепройду еще один раз. Мне он очень нравится. Крим, дай колечко. Благодарю, а то у меня колец вообще не остается. Так. Ну, слушайте, вот этот вот как раз-таки с Крим мне очень нравится. Ой. Реально. Интересное соревнование. Мне прям нравится. Так, ну-ка. Не совсем понял же. Так, минуточку. Ауч, ясно. А я могу забрать колечко? Ясно.
Ауч. Это последний вопрос. Ладно, пройдемся по короткому пути. Мне не страшно. Так, давай, ешь аккуратненько. Ауч. Да. Ауч. О, Крым, ты чудо. Она была пос... А, она последний источник, да? Ясно. То есть мне надо еще и активировать. Ага, ясно. Слушайте, вот это интересная трасса. Ее, конечно, не до конца надо проходить, но она реально очень интересная. Честно, давайте еще раз попробуем. Мне она зашла. Погнали. Вот это я называю настоящий сноубординг. Давай, 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 есть, ёж. Так, теперь сюда давайте аккуратненько. Вот, вот по этот трамплин, давай. Вперед, Крым! Вот это я называю. Так, пока живы. Так, давай. Так, хорошо. Так. Оуч, ладно. Так, давай. Вот так. Так. Да. А, там надо было нажать. Отлично. Уж извините, гальчики, не по вашу душу. Так, открываем дорожку. Смотрите, даже боковины ведь закрыли от нас. Эй. Да ладно, зависло что ли? Зависла. Она зависла, ребят. Пришлось перезапускать. Но не страшно, не страшно. Главное, что сейчас все адекватно работает, все хорошо, проблем нет. И это самое главное. Так что... Погнали. Теперь мы хотя бы знаем, как там биться, так что все нормально. Я только запишу хорошую анимацию. Я помогу тебе с колечками, Соник. Спасибо, Кримчик. Так. Вот это.
картина сейчас сначала. Я хочу попасть вот на эту. Так. Сделаем наш самый лучший. Красота-то как едет. А? Так, давай, кремчи. Давай, есть. Ауч. Давай, синяя угроза. Так. Хотел бы попрыгнуть в эту радужку, ну ладно. Неплохо. Ганчики, ганчики, наши гражданчики, давайте сюда. Так. А вот это уже получше результат. Мне нравится. Нет, спасибо. Хорошая катка. Хорошо, прошли как надо. Может, был, наверное, за минуту, но я не уверен. Так. И ключик забрали, и мотку забрали. Точнее, картинку. Так, теперь сюда давайте. Тут у нас... City Escape. Пусковые обручи. 1, 2, 3. Пройдите через все пусковые обручи, чтобы вовремя добраться до цели. То есть это... Как CGM, когда ты в GTA San Andreas летаешь через... Ну, там, скажем, обучение. Там, на самолете. Всякий раз по прохождению пусковых обручей будут возникать новые пусковые обручи. Пройдите через целый ряд обручей, чтобы достичь финиша, ясно. Ауч. Сам. Так. Да. Там же обруч, надо пройти через него. Так. Ясно, там не залезу. Так, можно еще раз сначала? Я знаю, мы тратим, по сути, жизнь, но... По-другому никак. А может, там есть еще какой-то обруч, который я не знаю? А, нет, прямо вот буквально так сделано. Черт, он где-то... А, тормозит же первый. Классический тормозит у нас, тормозил. Да, это, у этого нет. Так, как... Так, мне надо прямо тыкаться тогда. Я не привык, чтобы этот тормозил обычно сразу слепо. А мне нужно, просто, чтобы тормозил слепо. Так, давай иди сюда. Вот. Так. Да.
Так. Вот так вот. Так. А, мне теперь туда по-любому надо. Так. Мне кажется, я во время все равно не уложусь. Да ладно, я вообще оцелился. Гребаный гонщик. Так. Ну, этот я пройду, наверное, плохо. Этот я пройду плохо, но... В принципе, я не главный результат. О. Так. Так. Неплохо. Меня устраивает, меня устраивает, меня устраивает. Категория Б, в принципе, норм для управления этим ежом. Опять это зависло, ребят. К счастью, зависло там, где нам надо в данный момент. Хотя, с другой стороны, было здорово, когда она записывала и просто так. А где... Ага, она вниз идет, ясно. Музыка из Sonic Heroes получена. Хорошо. Так, теперь. Давайте... Что нам с вами сделать следующее? Давайте это. City Escape. Миссия вторая, акт третий. Шиворот-выворот, как и наш сегодняшний эпизод, видимо. Используйте горизонтальные балки и вращающиеся платформы, чтобы вовремя добраться до цели. Здесь я буду мучиться. Это я знаю. Здесь я точно буду мучиться. С этим у меня всю жизнь были проблемы в Сониках. Во всех. Так. Привет, Роб. Гонщик. Главное не упасть в ремонтный люк. Ауч. Кто ставит шипы в городской зоне, я не понимаю. Ауч, это плохо. Да. Я могу понять еще ган. Почему здесь находится? Так, давай наверх. Так, есть, неплохо. Так, теперь давай сюда, слышите.
Давай, есть. Почти близко. Вот она. Слушайте, на Ашку прошли неплохо. Я думал, будет тяжело. Хорошо. Прошли достаточно хорошо. Так. Забрали. И заодно как раз-таки нам теперь вот эти две надо будет сделать. Доппингангер и скорость движения 2. Враги двигаются и стреляют с удвоенной скоростью. Доберитесь вовремя до цели. Погнали. Я сама скорость. Так. Я сама скорость. Так. Вроде не похоже, чтобы они были с удвоенной скоростью. Раз что только летучки. Ауч! Кечник промазал по колечку. И я сама скорость, да? Давай, ёж. Не будем на них все реагировать. Ау! Это я ж у меня будет здесь страдать. Я сама скорость. Ну не похоже. Нет, они двигаются с нормальной скоростью, я бы сказал бы, в большей степени. Скорость реагирования, в принципе, нормальная. Он ломает. Так. Ой, сколько вас здесь? Так. Ладно. Необычный способ такого перемещения, я вам скажу, но мне нравится. Ну, почти, кстати, на эскубе сами справились. Нет, не будем зацикливаться. Хорошая гонка, мне нравится. Но это скорее платформер. Мне больше нравится все-таки на скорость. Но в данной конкретной игре на скорость все-таки лучше. Так, я ее потерял. Тут она, наверное, к шаду полетела. Все хотят к шаду. А, вот она. Так. Вот, забрали. И остался еще Доппингангер за современного Соника. И потом у нас с вами будет Соник Модерн. Соник Классик. Гонка с Доппингангером. Сразитесь с двойником Соника и придите к цели раньше него. Не вопрос. Мне очень нравится Субурби. Вот.
Так. Вот это я называю. Вот, лови допингангер. Я мастер на все руки. Ой, ну я с... Слушайте, ну получается, можно ведь так грамотно проехать-то? Давай, Соник, ломаем чужое народное имущество. А, ладно. Так, там был еще дополнительный обход. Уж я не знаю, допингангер будет ли повторять мой путь дословно. Так, роботы подъехали. Не будем тратить на них силы и времени, просто бежим. Нам главное допингангера обогнать. Там же не сказано прибейте с тысячи одного робота. Оу, это плохо. Так, давай. А вот и наш допингангер пошел. То есть он, видимо, идет по моему пути и пытается меня обогнать каким-то образом. То есть он выбирает тот же путь. И он меня немножко путает. Да, то есть... А за мной будет гнаться? Да, за мной будет гнаться, это зараза. Бегом! Чёрт, зараза! Так, пока живем. Безумная же машина, я вам скажу. Так, какую будешь победить, ясно? Это. Давай, ёж! Бегом, бегом, бегом! Силушки немного осталось! Давай, 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 давай! Мы пока переживаем! Кстати, а получается допингангера прибили, что ли? Ага! Мне понравилось. Ну это Дэшка, давайте еще одну карточку. Слишком хорошая карта, чтобы от нее отказываться. Давайте. Мне реально нравится Субурб, это самая красивая карта из всех. Так. О! Я хотел зацепиться здесь, на проводах. Я вот это хотел сделать. Мне это очень понравилось. Красиво сделана карта, так удачно в первый раз вышло. Так. Вот так. Так.
Отлично. Лови топик. Так, подождите, а почему я на... А как я в прошлый раз на эти тросы попал? Видимо, я летел чисто прямо. А я сбоку полетел, точно, скорее всего. Ну, поймите меня, мне реально подправил. Я сейчас здесь все как ребенок, почему бы нет? Так, неплохо. О, черт, ладно, давай. Да. Ну, попробую еще одну попытку. Мне просто реально понравилось это перепрыгивание. Очень качественно, хорошая такая вот. Так, давай. Вот это я называю выкрутасы. Так. Вот так вот. Той! Теперь он не долетает. Так. Им надо делать ускорение, когда летишь в воздухе, ясно. То есть, видимо, он не долетает, а я как-то... Так, чисто давайте ради выкрутасов сделать парочку. Ясно, не по... Последняя попытка. Не получится, и скипнем. Я вас реально хочу попробовать. Это мы как бы начали здесь с Топпингангер. Мне так удачно подфартило. Ну что ж, слюна пошла. Так. Не слишком хорошо подпортило. Да. Ладно, последнее. Это вот гарантирую, это последнее будет. Проба, если не получится, пойдем дальше. Реально хочется попробовать. Как это вообще делается? У меня чисто случайно это вышло. Вы крутасы мне тоже понравились. И так уж поломаем все. Вижу. Так. О, можно было вот так, кстати. Это вот мне нравится. А, надо было точно на... Все, я понял. Надо было попасть прямо на эти провода. Я случайно на них, видимо, напрыгнул тогда. Поэтому я по ним проехался. Соник, разрушитель городских улиц. Так. Мне главное до провода бы допрыгнуть. Ладно, не получилось. Ну, в принципе, мы это записали. Мне понравилось. О, сама анимация движения по проводу. Да вот, вот, кстати, она опять. То есть, заметьте, какой разнообразный уровень. Столько локаций, столько подходов, что ты не знаешь, где тебе лучше взять, ну, реально взять. Ладно, давайте выйдем. Я хотел только вот это посмотреть. Потому что реально очень интересно с этими проводами.
Мне кажется, из этого можно было бы сделать полноценный скайпу уровень какой-нибудь. То есть не чисто там, где на скейте только в самом начале, а вообще полноценные гонки. Мне вот это очень зашло. Так, где она? Вот, забрали. Так, теперь давайте мелочь Карамазову вызывать. Так, тут что у нас, Руш? Что скажешь? Ты же нас... Ты в курсе, что скейтборд очень полезен для прохождения через некоторые реки? Спасибо, Руш, мы в курсах. Старайся придерживаться верхнего пути с самого начала уровня, и вскоре найдешь на крыше красное звездное кольцо. Мы их с вами будем в формате стрима забирать, возможно, даже стримы по этой игре мы начнем с вами даже раньше, чем я планировал. Обычно я планирую как? После прохождения, но, возможно, будем даже раньше. Потому что очень много чего проходить. Это тоже на скейте будет. Повелитель доски. Продемонстрируйте свои навыки скейтбординга во время и доберитесь до цели. Оба будут. Оба. Ну ладно. Погнали. Уху. А может сначала? Я потерял доску. А почему он не может на нее залезть? А, она будет везде. В общем, мои навыки владения скейта вот такие. Или он временный? Давай, ёжик. Мне кажется, это моя самая лучшая будет. Кат, вот этот кусочек был. Вот это я называю. Ауч! Мне нравится, но давайте еще разочек. Слушай, я не знаю, почему мне вот... Вот я говорю, мне вот почему-то вот это нравится. Вот именно с этими скейтерами, наверное. Я не знаю, почему. То есть вот... Мне бы как бы еще доску было бы здорово ни разу не потерять бы. Это вообще было бы имба. Ну вот, он меня потерял ее. Да. А он не захотел прыгать, кстати, там. Можно здесь забрать скейт? Так, вот, неплохо. Ауч! Ну,
Так, давай-ка. Сюда. Сюда. Ну, хотя бы добрался. И еще раз. Мне вот, я не знаю, почему мне вот, вот такой уровень очень заходит. Там, где нужно на скейте скользить, двигаться, вот такой. Мне кажется, вот таким и должен быть Соник. Вот мне кажется, именно вот таким и должен быть Соник. Мне не хочется даже скейт терять. Мне вот реально не хочется, чтобы он даже скейт чисто терял. Давай. Реально, я просто играю с затаем дыхания. И он вверх чем-то едет. Давай, 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 вперед, вперед. Ну пусть так. Но забейте, практически проехали, не потеряв скейт. Пока не будем. Оставим это на, для стримов. Такие челленджи хорошие. Мне реально очень зашел. Так, теперь давайте сюда. Испытание. Электрощит. Используйте электрощит, чтобы добраться до цели вовремя и открыть навык электрощит. Давайте. Ой, моя спиночка. Разбей этот монитор, вокруг Соник появится электрощит. Электрощитом, чтобы совершить 2D-прыжок. Так, ясно. Можно, пожалуйста? Так. Так, теперь так полагаю, только вот сюда пойдет, ясно. Немножко сложноватая, конечно, штука, этот электрощит. Кстати, мне нравится, что у них тут еще и вечер есть. Я жив? Я жив. Но я думаю, это ненадолго. Ауч. Так, главное, чтобы вот эта машина сейчас через этот коридор не проехала. Так. Так. Вот это плохо. Ну ладно. Я говорил, что с электрощитом у меня будут проблемы. С самого начала говорил. Так что...
прохожу как могу. Так. Так. Мне нужно еще ведь научиться им пользоваться. А. Ясно. В общем, это как двойной прыжок, который дает тебе неограниченные возможности. Очень интересная способность. Только вот я не знаю, как ими пользоваться дальше. А как? Подожди, как я тут должен подняться, по их мнению? Или тут есть какой-то проход? Ясно. Так. Вот, опять же, вот это очень интересное испытание. Реально. Так, а вот здесь придется прям мучиться. Ты чёрту. Си меня устраивает. Нет, испытание очень хорошее. Испытание очень хорошее. Нет, не будем пробовать лишний раз. Но здесь уже чисто для стримов оставим. Простор. Потому что нам же... Ты можешь приобрести новый навык в магазине. Беги в магазин навыков. Спасибо. Обойдусь пока еще. Так, отлично, забрали. Сразу собираем, чтобы проблем не было. Так. Отлично. Дальше Руш. Руш-бомбардировщик. Ну вы поняли. Бомбардировщик. Руш-бомбардировщик. Будь я девушка, вы бы, наверное, поняли, что я имею в виду. Вот, несет какие грузы бомбы прям на себе. Прям вот как появилась, всегда несла с собой. Со времен Соника Икса. Остерегайтесь бомб, который кидает Руш вовремя берите за цели. В общем, скидывает на себя свой бомбу. Лови мои бомбочки, Саник. Руш будет мешать вам сами бомбами, да и зафинишит самым невредимым. Мне кажется, ей топаз сдала эти бомбы. Ауч! Привет. Какова высота огня здесь? Так. Да. Она как-то плохо с... А, все, я забираю сюда назад. Руш, отлично разбрасываешь бомбы. Как надо. Почти. Кучкой порой скидывает. Видимо, думает, чем больше взорвется, тем лучше. Не могу ее обидеть за это. Вполне себе адекватная позиция. Вполне себе адекватная позиция.
Так, а тут раньше вроде гребаная машина ездила. Нас пытался раздавить, насколько я помню, когда мы играли за этого мелкого. Оу! Вот сейчас она молодец. Раскидывает бомбы там, где надо. Я уж, я, конечно, понимаю все, но хотя так, ёж, давай. Я думал, мы бы не проскочим. Она уже заминировала сам проход. Теперь я понимаю, почему она вначале экономила. Так под конец закидала все. Это руш наша. Да иди сюда, гребаная нота. О, нота недоверия. Так, давай сюда. Вот, все, забрали. Нью Вентура. Так, это у нас City Escape, гонка с Доппингангером. Сразитесь с двойником Соника и придите к цели раньше него. Принято, вопросов нет. А тут бы замучимся. Бегом! Тупая машина. Но у меня... Вот помните, я сегодня вспоминал про эту скотину, вот эту, которая несется по всем подряд зонам. А вот и наша мелочь. Так. Так, зажите. Порой лучше не спешить. Так, Ёж, как мне тебя развернуть? Ладно, не получилось. Робот-ган! Мой дорогой робот-дневник!
меня еще никогда так не удержали. И меня тоже. Почти. Ну ладно. Ну вот опять. Бедный робот-ган. Никогда его еще так не удержали. Но, да, я не могу отличить, кто из них кто, потому что это копия моя точная. Я думал, я управляю тем. Попробуйте чисто поверху. Да. Пусть я лучше дам ему немножко вперед пойти. Зато хотя бы буду погибать, где, что, куда и как. Почему, зачем и как. Давай. Ладно, я хотя бы жив. А, и он меня обогнал. Конечно, еще раз. Музыка хорошая, уровень хороший. Все хорошее. Так. Не рассчитал скорость. Мой косяк. Но нам надо победить, иначе мы не окрасим эту зону. Это как бы часть сюжета, считай. Пойдем по другому пути. Скорее всего... А там ведь могли быть люди, между прочим, в этом доме. Вот тебе и ган. Они приносят больше разрушений, чем даже товарищ-работник. Они медленно работают. Ауч. Ауч, меня буквально раздавил. В общем, помирать я буду здесь много. Помирать я буду часто, помирать я буду мучительно здесь. Так. Вот так вот.
Так. Вот здесь я ступил. Ой, интересно, у меня вообще хватает количество жизни? Я, конечно, помню, мы с вами делали с вами запас. Зараза. Как вообще делать такие дома с над пропастями? Это же небезопасно, а если дети выпрыгнут? Хотя, учитывая, что у них тут ган имеет право сносить ваше жилье, если захочет с вами внутри, то, в принципе, у меня вопросов уже нет к технике безопасности у них. У меня он помирает только в путь. Ну, пока опережаем Доппингангера, нашего дубликата. Да. Я... Мне вот сложно идти вперед на скорости. Тут... Чисто нужно отключить режим паники. Но я хочу, чтобы пройти успешно. А тут по-другому не пройдешь. Вот заметьте, порой нужно отказаться от прыжка, чтобы быть быстрее. Нет. Ой-о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 й, нет. А как мне теперь? А, теперь мне только по этому пути, да? Так. Давай, у нас Доппингангер уже обгоняет. Вот опять вот. По-моему, черт, да. Я не понимаю, где он меня обгоняет только. Походу, он поверху успел как-то пробежать. Либо его намеренно ускоряют, как вариант. Давайте сначала. Я не знаю, хватит у меня количество жизни или нет, потому что здесь они расходуются. То есть где-то надо притормозить, где-то надо наоборот ускориться. А вот и поращай домик хороший. Хороший реально дом. Интересно, Ган вообще выплачивает компенсации семьям пострадавших? За то, что они уничтожают чужой дом. И в полном ли объеме? Любопытно опять. Черт, вот и Доппингангер здесь уже. Ой,
Давай. Вроде бы идет вперед, но сейчас он меня опережает. Вот заметьте, если здесь грамотно еще и прыгнуть, то можно сразу перелететь на уровень выше. О. Заметьте, эта машина хочет меня прибить. Она желает мне смерти. Так, тут не прыгать. Я вижу, бежит Оппенгангера. Черт, он меня обгоняет. Вот здесь он меня обгоняет. Я, видимо, тут так хорошо прошел, что я не могу его пройти. Если Доппенгангер отыгрывает именно мой предыдущий путь, значит, надо быть еще лучше. А если я был изначально лучше, это же безумие какое-то. Ты почему-то не реагирует, кстати. Подождите. Почему ты не реагируешь на когда я нажму... А, это не из-за того, что я... Вот так. Ладно. Пойдем другим путем. Ну, в общем, Доппенгангер будет брать путь, который брал беру я в любом случае. Непонятно только, как он будет передвигаться вслед, но он будет не в пятке. Но в конце он будет и очень быстрым. Тупая машина. Хотя в ее защиту скажу, что она, в принципе, знает, как давить ежиков. Так. Давай. Вот здесь мы с Доппенгангером должны пересечься. Он должен меня здесь уже нагнать. Так. Вот чуть было не задело. Так. Так, вроде я его опережаю, а вроде бы и нет. Вот хитрюга по воздуху работает. Давай. Мне он просто не дает возможности залезть нормально, адекватно.
черт, он меня обогнал. Вот опять, вот здесь он меня прямо обгоняет на этом моменте. Я не знаю, как мне его обойти. Это будет самый длинный эпизод из всех, но я его добью. Вот заметьте, когда ты... Когда ты вроде бы нормально на скоростях, тут начинаешь делать банально глупые ошибки по скорости. Чисто банально глупые ошибки начинаешь делать. Но кольца, кстати, подсказывают, как надо двигаться. Это радует отчасти. Просто на роботов не надо обращать внимание. На роботов не обращаем внимания. Бежим как получится, адекватно. Теперь я его опережаю. Вот сейчас я его опережаю с небольшим отставанием, но опережаю. О, вот это плохо. Так. Есть. О, все, вот теперь тебе меня не догнать. Вот теперь мы сделали, на бэшку, но сделали. Нет, не будем больше пробовать, спасибо. Мне главное было его прибить, обойти. Ну, одно и то же в нашем случае. Так, забрали, там последнее осталось, получается, да, на сегодня? Получается, по уровню за раз. Обряд пружины. Пружины повсюду. Используйте их, чтобы вовремя добраться до цели. То есть по пружинкам прыгать. Интересно. У меня аж пальцы устали. У нас сегодня еще уже Геншин будет. Ну, я записываю это в день, когда будет у нас стрим по Геншину. Мне, кстати, нравится, что у них такой вот вечерочек здесь. Ауч. Так. Ну, это простое испытание. А главное, без какой-либо безумной машины, тачанки, которая хочет тебя пробить. Ну, я сказал, это относительно простое испытание.
Это должен быть последним, по-моему, у нас. Да, все остальные пройдены. И этот мир обрел наконец-то краски. Ау, зараза. Ага, да-да-да-да-да. Проходили это. Так, теперь давайте вернемся за модерн в этот раз. И посмотрим, что у нас с вами. Во-первых, приобретем парочку способностей. Так, привет. Да, да, мы купим электрощит. 4000! Ну, с другой стороны, да, как бы неплохо, неплохо. Жизнь у нас достаточно, пока не будем пополнять запас. По счету. Тут, в принципе, вроде нормально. Ладно, не трогаем. Чисто покопим. Тогда. Так, давайте посмотрим, что у нас по роликам. В принципе, все это я смотрел с вами. Мы это записывали. Хотя забавно, что впереди у нас осталось половина всего. Вроде бы сюжет, видимо, немного. Но вот с дополнениями, вот этими вот локациями и всеми остальными, вот это, наоборот, очень здорово придумано. Так, что у них новенького появилось здесь? Потому что было пара новых изображений, вот. Концепт Art Agrobo. Красота. Смотрите, какое произведение искусства. Концепт Art Cop Speeder. Слушайте. Там даже... Вы посмотрите вот на этого, прям подо мной, внизу, справа. Вот такой... Полиция, копспитер Эггман Тауна, за вашу безопасность. Не то, что ган, который уничтожает ваши дома своими грабными грузовиками. Вот как о ганах, если поговорить. Да, реально, они, кстати, очень много позаимствовали у работников, так-то если посмотреть. Ну, это вертушка. Она и последняя, по-моему, была, да? Да. Так, из персонажей вроде мы всех посмотрели, да, с вами тогда в прошлый раз. По музыке, что нам открылось с вами? Во, Sonic Heroes. В общем, легендарные мотивы. Запускай, слушай, жалко, что нельзя на телефоне послушать. Можешь скачать или нет? Арл? Ну, Соник третий... Третий адвенчер. Соник Раш. Сколько игр по Сонику, ребят. Когда Резидент кончится, походу, надо будет перевернуть канал. Вентуры. Sonic Rush Adventure. Но это уже что-то тропическое. Рыба! Когда я слышу такое, это тропическое, это рыба. High Flat Grow. Неплохо. Хорош, хорош. Реально очень хорош, реально очень хорош. Но Toxic Cave нужно не сравниться. Да. Ну, слушайте, мне реально понравилось. Вот, реально очень хороший под уровень такой. Вот, я, вот знаете, мне реально вот Suburbia, уровень Suburbia нравится больше всех. Он такой живой, такой... Это сочетание города и зелени. Вот мне реально нравятся вот такие места. Обожаю их. О, что ж, ребят. Надеюсь, что вам понравилась сегодняшняя трансляция. Спасибо всем, кто... Трансляция. Геймплей. Спасибо всем, кто сегодня нас смотрел. Ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на канал. А также большое спасибо за комментарии к предыдущему эпизоду. Спрашивали, почему в... Уже, а не уже в буква В, ребят, в
быстрее, чем Shadow успевает там прийти. Что ж, ребят, всем до скорой встречи, всем удачи и увидимся уже очень скоро. Возможно, даже сегодня. Увидимся. А, да. Если вдруг сможете по этим проводам прыгать, только не в реальности, а в игре, сделать из этого шорс, это шикарный будет шорс. Конечно, попробую, но не факт, что получится. Теперь все, точно. Удачи.